Исполин, Исполин, так а ты с нами пойдешь? Да, я же варом иду. А, ты вар, блин. Нам нужно еще одно тело обязательно. Так Невер будет, не? Невер это 14-е, 15-е тело нужно. О, да, нужно кого-то выцепить, одного. Обязательно. Надо начинать ПМ заебывать. Ну, могу втрое, втрое окно загрузить просто, чтобы было. Это, и будет он 15-й. Как вам такая идея? Ну посмотрим, если сейчас никого не найдем, то что-то будем думать. А что за ДК Холла 240-й, это кто? Угадай. Да. Именно он. А, понял. Корнес 244, прикольно. Быстро люди скакнули. Ну, это PvP, правда. Я сегодня видел пристав 4Т4 240-го. Сегодня в Аниксе 25, 4Т4 было у Шамы. Уже довольно-таки прилично, челик. Кто остался? Ну я начал в ПМ всем заебывать, может кто-то сейчас найдется. Не, кто нужен, скажи по профу, может я своим заспам. Нет, нет, не профа нужно. С гильдии нужен. А еще два человека с гильдии ждете, да? Одного хотя бы. А это, а где хуюдлик? Рост не писал ему? Да сейчас я, короче, понаписываю в ПМ, может люди отлипнут от этот расчехляться. Я не знаю, я по ЕБКП смотрю. Короче, просто одного в гильдию возьмите из пугал, блядь. И ждем просто Невера. Гениальный план. А чё, чем херовый чувак только в гильдию зашел, ЕБшку полутал? Ну да. Ну и ГПшку, возможно. Тоже от него зависит. Ну ГПшку-то нет, это же все-таки не гильдейский рейд. Будете плохо себя вести, полутайте ЕГПшку. ЕГПшку же вам начисляю. Ну да, в принципе, справедливо все будет тогда. Не, ну я типа за слаки не буду начислять, но если прям будут залеты, то какую-то соточку накину, пацаны. То есть мастер ауру на панель выводить, да? Да. А ролл нормальный? Ну, то есть вы сейчас начали что-то по ИГП? То есть по другой системе ролл говорить? Это только для гильдии. Нет, ролл нормальный, обычный. А анролл? Это я не знаю. Войд, ты что-нибудь анроллишь? В...
Урок с дыркой, ёпта. Алло, Литл, ты пьяный или что? Будлик, а ты где? Заходи на этого, Навара. Быстренько. Куда заходи? Ну, я не пойду, я сейчас ну, ухожу. Ласт-лот. Ну какой уходишь? Будлик, какой ухожу? Пиздуй в рейд. Ты я как собрался варом лутаться? Да ну какой, ты уже же отмечал, у тебя был день рождения давно. Это я не отмечал, это я баловался. А, не отмечал? Ну, получается, у тебя ГП за то, что не пошел в рейд. Нас обманул. Вот. Нет, налог, ну, я отмечал, только балуюсь, ну, полегенько. Ну, обманул нас, получается. Сказал, бля, вот, ну, я отмечаю день рождения, дайте, блядь, это, замену. Не, так по если факту... сравнить то, что я сейчас буду, сколько я сейчас денег потратил, сколько это, да, это... Не поясню. Слушай, Дон тут? Рос, можешь не давать ему ГП. Просто ЕП-шку за замену снять и все. Нам нужно этот. Нам нужно ласт-слот найти гильдейский, чтобы ЕП было. Так, хорошо, а что у вас тут с ЕП, ГП, что там у вас тут происходит? Не, тут ничего. Надо ласт-слот гильдейский найти, чтобы у нас было 15 L и все было по правилам. Я уже написал в ПМ Дайс идеальному и Сильванычу. Придумай еще варианты. Файерлин, он ходил с нами или нет? Нет, его не было. Нет. А его нет в онлайне уже. Ну, он в Дискорде в онлайне. Я по Дискорду смотрю. Лангрис. Но... Лангрис не пойдет. Компот. Кто такой Компот? Компота позови. Сейчас я могу быть этого фента, который... Компот, Гашка, танк. Ой, ничего нету? Не, Рос, ты ж помнишь этого компота? Да нам то что, блядь, это ульта. Подать. Но хил, осколки анрол писали уже. Осколки анрол? Да. Не, вроде этого не писали, вот только в объявлении, а Пеликан. Написано, ульда 25, нужны РТД, ДЦ 220, по возможности ХМС, сферы, рецы, бои, осколки, плюс один анрол. А бои это? Персональное при получении. Да, да. Дон, что у нас по ласт-слоту? Не очень. А Вальк не хочет пойти? Я помню, у него друид и стринг. Ты его учитываешь, да? Невера учитываю, да. Мы ему без слота ставим. Угу. Подожди, а факин мэт. На локе. Лангрис на совет. Не пойдет. Чего пишите в гичат Лангриш, что в онлайне? Я в Дискорд всем написал, да.
Марина, с нами? Да. А на ком ты? На варе. Станд. А, станд это твой? Окей. Mm-hmm. Блин. Кого найти-то? А, всех закрываем в хай-моде? Ну, первого точно. Без Мимирона и Фрей. Ой, Торима, скорее всего. Торим еще под вопросом, Мимирон точно. Нахуй надо это сейчас потеть тут. Ну чё, мы ж с первого трая убили его. У нас рейд почти из милита. Какой Торим? Рейд мусор. Какой тут Торим? Это не важно, какой рейд, нам главное добрать человека. Нам надо ЕП найти на главное. Да, да. Не хочу Лока душить своего без ЕП. Угу, я тоже. Донта у тебя хватает ЕП, не надо тут. Нет, мне не хватает ЕП. Донта поджимает пару. У меня передо мной два ДКшки и, наверное, приму. Какой мне не хватает ЕП? Нет, у тебя же на ханте уже есть ЕП за ульду. Да, я перекинул, но я на ДКшку их закинул. За эту ульду. Я ДКшки буду танчить второй рейд. Ну или первый рейд, не знаю, как пойдет. Первый завтра, да, будет? А? Ну, на этом. Не, причем такая ульда, нафиг нам не нужна эта ульда. По мне скажите, мотором босса загрели. Не знаю, я у портала стою. Какой, блядь, Warface, Дайси? Ну, блядь, там все куплено. Я же говорил, я Дайси уже стал. Он же на РТшке даже не было, может быть, Рога даже сойдет. Кстати, Дайси последние 2 КД не было на РТ, и последние 2 КД с Торима чест падает, который ему нужен. Да, там с РПК такой же. Ну, чуть похуже. Ну, чуть плюс-минус такой же. Ну да, я видел. Он мне писал про него. Так, краш-тест. Не помню такого. Это лог, да. Да что, я просто в Дискорде смотрю по этим. Я думал, ну, онлайн его нету. Он в гильдии, но на РТ почти не ходит, типа раньше хотел. Дальше? Mm-hmm. Не, слабее наших локов. Ну, меня. Да. Может. Сколько уже рейдов с Нексу утекло? Больше полгода. Ну, все расслабились, никому ЕП не надо. Просто... Давай на стики субрейд. Да не, я предлагаю, типа, если что, пойдем в 23 и этот. И просто доберем типа по ходу, мне кажется, кого-то. Вот конечно. Там, типа, может, Бьорн подойдет. Он говорил, тоже там после 9 будет, и Невер в 9. Нам вот Бьорн поступает... написал, что он в 10 залетит пьяный в Дискорд. Не, он там что-то в 21.30 писал что-то. Вот, приеду, в 21.30 написано. А чё, пьяный Бьорн веселый. Ну, короче, да, погнали в этот, в 23. По машинам. Сманить меня. Ты, блин, Лок. Ты опять по кругами в Далара не бегаешь? Или, а, не, в Экзодаре, в Экзодаре. Я занят. Я в Даларане, но я занят. Кого там, белых догоняешь? Ну, блин, я сколько тут людей переписал, так что не надо.
перепись населения. Бля, мне надо мимироны в хэме. Соболезно. Шаманизм, давай, это... Мебель. А, мебель стоит, все. А я, сейчас короче, понял. Донт, я забыл на прошлом КД сделать на Локи ключ на Алгалона, так что сегодня даже не потраем. Ну, плюс ГП получается. Я, главное, взял этот, взял все, начал делать квест, а потом вы меня что-то суманули на Калагарна, и я не взял этот. Ну, короче, ты понял. Не доделал квест. Хотел. 39-й СКМ. Довольно актуальный. Ну, половина шмоток бисовая, лучше, чем маги Грул из-за сокетов. Ну да. Ну я только для кастеров знаю, там, ну все-таки. Блять, сегодня все спики ДКшника, ДДшного тесту. Думал МБ в Глада спекнуться. Посмотрел его ДПС. Слушай, сейчас я знаю, кому написать. Зоркого друида затянем. Он как раз мечтал. Давайте я могу ДК 150 зайти. Нет, спасибо. У него нормальный друид. Нихуя себе, у меня пал, блядь, твин выше этим левелом, чем блок. Бывает. Кого еще не сумонили? Давайте плюсик в чат. Где тот у нас? Арчек. А я кого-то закидываю или нет? Да. У нас... Не, ну там нормально, там станд может что-то танкануть у нас. Да? Да, да. Вот и все. Отлично, танки есть. Одного ДД любого вообще, хоть кого. Команда у нас только один. Это не очень. Или его что-то нету. Не-не-не, я напиздел, там 27. Нормально прохилить, а в 3 хэпала. Нет, нет, блять, хуйня. Я же это... Кто там, ИГ-10-ку танчил так? Нормально. Я вон только что ИГ-10-ку танчил. Да, просто у нас там это, случился инцидент, что я это... На чемпионах был в ДДшке ДКшкой. А потом спекнулся, ну, стойку поставил, а шмот нет. И Валькирию совал вытончил в ДД шмот. Там два хила, конечно, на звери просто. Меня подняли. Не, у нас сложный был рейд. Эрл слакал сильно с командами. Мы валик даже 2-3 делали. Десятка. Только что? Да. А, секретно тоже был, походу. Да. А мы с первого трая убили чемпиона. Удивительно как-то. Это было очень странно, на самом деле. Сложные мобы. Не, у нас там вообще, ну, там... Это вот КГС плюсует. Суманул. КГС, приз. Хорош. Жаль, конечно, а Нуба не успела. А где там на наш этот скинодрочер? А в звездочку кто-нибудь сядьте. Давай этот. Кому колчеданы потаскать? Да, а Исполин, давай ты ко мне в звездочку. Литл, ты тоже ко мне в звездочку. Войд за руль. Что там, еще одна? Да куда увидишь за руль?
Мне в печеньку нужно пару человек. Или хотя бы одного. Одного в печеньку. Вот Нелла у меня есть, и еще одного у меня. Давай, могу летать. Фигать. Ну давай вот этого Хирекса. Не, Хирекс это кто у нас? Ну все, HyperX у меня второй, все, окей. Нелла, садись в катапульту сразу. Печеньку, да. В трусах кто у нас? В трусах пока что Эстероза сидит. Я не знаю, хуйс. Блин, у нас 15 человек наших есть, что мы не можем типа закинуть это... 5 разрушителей, сколько там? Нам как раз 15 человек, 14 нам нужно. Воет, может не ищи 220 плюс? Да нормально, не, ну, нормально, да, нормально. 220 плюс нормально, да. Мы ж не совсем хотим их вагонить. Да сейчас 45-й шмот за УД, сейчас 220-й можно взять, блин, просто... Да, за 2 часа. До 80-го. Не, ну да, там дохуя УД надо, ребят, не за 2 часа. Отлично. Суманить его сразу. Смотри, или что, или не будем закидывать и спокойно, чтобы у нас было 5 разрушителей. Я что-то не вижу, кого садить туда, потому что по машинам все сидят. Донт, меня куда-нибудь можешь распределить. Ну давай вот это. Все, я краш-тест дописался, он пишет, сейчас зайду. Ну четненько. Нормально, сейчас лог будет еще один. Хорошо. Кару и... Так, а почему у нас спеллбаунт? У нас спеллбаунт в ретрике, а ты в холике? Рос, выйди с машины, ты где? А у тебя что, нет, что ли? Брат, не могу, я занят. А, он типа БК что-то сделал ретрика? А у него хэпал сильный, я... так что мне хотелось бы поменяться. У него просто хэпал, да, сильный. У него мейн хэпал. А чё мы тут стали? А, быстрее ветра. Хочешь потестить? Ну, ладно, потестить. Чё там на роботе-то нам с лосочек ДПС не надо. Кто сел в мою машину? А ну вылезай. Вылезай, якудза. Всё, уходи отсюда. Дон, так ты не договорил. Наша туса. Здесь... А, в треугольник. Там говорят, нет одного человека. А, не могу сесть, не горит. В катапульту перелезть кто-нибудь? Вообще все из мотоциклов вылезьте. Они здесь не нужны, нас очень мало. А осадные забейте. Где у нас? Почему у нас... А, ну все правильно, 4 метки стоит. Начинается... У нас ромбик пустой. Кто может в ромбике ездить? Давайте плюс и садитесь с него. Кто может в ромбике таскать, тоже плюс и садитесь с него. Там должно быть 2 человека. Один за рулем, один на пассажирском. Богу, ГП и Кика. Зеленый треугольничек, заедь, пожалуйста, вон на ту хуйню, которая левее от тебя, она тебе даст полный колчедан сразу. Левее, да, сюда, правильно. А у нас с ромбиком, почему ромб пустой до сих пор?
Но у нас 22 тела только в Дисе. О, краш-тест зашел, все. 15 человек есть. Да, да. Радуемся. Который у нас в Дисе скинул Дис, ну ладно. Карл, тыкни. А у Мири, что ты делаешь просто так на своем красивом маунте? Ару, тыкни, пожалуйста. Стоишь. Молодец, что стоишь. Давай вот в ромбик за руль. А Рога, значит, ты давай в ромбик, будешь таскать колчаданы. Там тыкаешь 2, 2 и 2. Ромбик никого никуда не кидает. Давай, учись. Понимаешь, тут же КПшки никто не даст, не даст. Давай я сяду. 25-ки дадут. Дон, давай я сяду. Да мне какая разница, ну у нас пиздец, мы стоим перед боссом, не можем рассесть по машинам. Мне все равно, кто в нее сядет, лишь бы не накосячили. Давайте, можете, садитесь. И чё? А разница? А. Дон, ты третьего к себе посади кого-нибудь. Только что кто-то вылез. Кто из меня только что вылез? Литл вылез, я в ромсе. Ты в ромсе. Нелла, ты тоже где-то сидишь, да? И краш-тест. Я сразу, да. Давай сюда. Да, ХМ будем набивать. Якудза, ты хил? Нет, ты Элем. Отлично, ты меня слышишь, Якудза? А, не, краш-тест ко мне прибежал. Все отлично. Треугольник, пожалуйста, заедьте на территорию, где боссик будет пуляться. Вас там закроют за воротами. Отлично, давайте. Осадные машины по готовности запускайте. Сверху колчедан разбит. Уже разбито. Угу. Осадный. Давайте, да. Давайте. Дайте. Да не подъезжайте, просто выстрелите со своим джа. Ну зачем вы это делаете? Конечно. Молодцы. Закидываем всех. Давай сразу ускорение. Человек наверху. Синий луч мы кайтим, просто остановились, он остановился, и поехали. Он дальше упадет за вами за спиной. Колчедан. Еще двоих запульните, пожалуйста. Альмерия, колчедан, да, не. У нас там стан когда-нибудь выйдет? Не, не выйдет, но у нас так, там было двоих людей. Же не закинули. Еще двоих надо. Пеликан, колчедан, цыгай. А можно хосту, пожалуйста? Отлично. Брат, кто там у меня тачки? А можно? Да, спасибо. Ну, мне кажется, нам нужно начать заново. А помню, вот мне тоже так кажется. У нас еще люди тут замерзли. Да. Да, нужно, чтобы просто хотя бы один стан был, дальше мы убьем, 100%. Угу. Да не обязательно даже то, что ДДшники, типа, бронжевики смогут пить. Все падаем, просто заходим возле портала, как прилетели к боссу, там стоим, никто никуда не разбегается, бафнемся по-человечески. Мы не бафнулись, наверное, 2 месяца уже на этом боссе. Ну, сразу же, просто далеко был. Я начал тянуть, его забрали, стало 10, я рядышком забрал, и потом еще 3 штуки забрал.
Вот, ну все, хорошо, хватит на всех пальцев напить. Давайте, просто взгляд. Стоим, бафаемся. Сейчас назначим адекватно. Крепку поставил. Тут вот есть меточка ромбик на фронте. Вот возле нее рыбка стоит. Давайте также. Сейчас, минутку, у меня что-то Вовка повис. Звездочку сел. Великан. Ты шаришь? Нет, не шарит. Он колчедан даже не тягал мне. Тогда, Пеликан, вылези, пожалуйста, со звездочки. Так, давайте тогда так. Кто у нас есть? Войд. Ты уже сел, ты его не отлично. Рос, ты ешь в печеньке? Печеньки. Я в звездочке. Исполин, забирай квадратик. Крестик у нас сядет. Ози, сядешь крестик? Давай, садись крестик. У тебя будет один челик, у тебя будет простая задачка. Пеликан, пожалуйста, вылези. Спеллбаунд, ты же тоже умеешь все тягать. Садись тогда в крестик. Как раз там хил отлично пойдет. Гагаснип и Алмерия в печеньку. Нео и краш-тест. Давайте в луну. Ко мне сядет Литл и Нарджак. Рога. Ну что, все сидят уже. Да, Пеликан. В луне занято, если чем. Кто там, сядьте в катапульту. Все, 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 уже нормально. Так, крестик занят? Да, спеллбаунд туда сел, отлично. Квадратик еще кого-то поставь. Квадратик кто у нас остался? Я еще. Дайер. Дайер, могёшь? Да. И хиперикс давайте, вот как раз вдвоем. Не-не, просто в крестике просто собирать. Все, пеликан вылез, отлично. А краш-тест, давай ко мне в звездочку теперь. Краш-тест у тебя? Так, Донг, у тебя все сидят уже, походу. А у Мерия ты тоже сидишь, да? У меня в катапульте никого нет. Литл, давай ты тогда завай с катапульту. Один ДД, который в осадной машине, кто может прыгать и таскать колчедан? У нас краш-тест лишний остался, кто-то сел к Войду. А, краш-тест лишний, тогда давай краш-тест в звезду. Я уже там. Так, Мак, если ты вылез, значит давай ты ее в звездочку. У меня нет никого. Вот я рядышком с тобой. Он там один раз летаем или два? Давайте сколько сможем. Один точно полетим. Тактика такая, что мы закидываем людей, бьем босса. Они станут боссом. В это время у нас есть второй человек, который таскает разрушители колчеданы. Когда боссы на боссе станут, те, кто застанили, вот те, кто прилетели на босса, оттуда выпрыгивают и бегут своим меточкам. Кто их оттуда их выкинул. В это время добежали до своего разрушителя, просто стоите возле него, чилите. Пока стан не закончится на боссе, там будет команда, опять садимся. Это значит, будет те, кто на пассажирском месте садится в катапульту, и мы вас по кругу закидываем. Если у вас получится слушай, два раза сделать, то все отлично. Донт, все эти, все в осадках я не знаю, я мага не видел. Нашего. Это не надо рассказывать, это очень утомляет. Раз, я понимаю, что тебе утомляет, я не хочу расслабляться. Все, все готовы? Давайте. Осадные машины по готовности чем-нибудь стреляйте в босса. Закинули.
Давай хасту и таскай мне. Мак, хасту и таскай. Мак, хасту и таскай. Значит, почитан. Любой, любой, любой синенький. Видишь, притаскивай его в меню. Крюком выдели синюю штуку на земле. Крюком выдели ее, нажми на крюк. Вот, видишь, возле тебя она, блядь, стоит. Загрузились все. А, нажми на четверку, Мак. Ну на четверку, кто у меня сидит? Там сидит, алло? В глыбу, гаснип, четверка. Пятерка, я не знаю, гаснип, алло, блин, соображай. Пизда, бля. Алин, ты выжила? Каз, бить. Нет, понял. Литл закинул тебя. Гасни, в печеньку возвращаешься и садись быстрее. Садись и сразу таскай мне колчеданы. Осадные машины, пожалуйста, давайте по трэшу все пройдите. Видите трэш, бейте трэш. Очень много на разрушителя в трэше. Садимся, когда пульдует. Алин, слушай, этот босс не на Алгалона, ну точнее рейд. На Алгалона был вчера рейд. Ой, в четверг. Нихуя, Алгалон, тут, ну, проблемы на танке. Запускать будем? Литл, там, да. Никуда, Литл, просто таскай, если видишь, вон там, вот видишь, чуть-чуть есть. Лично стаки не потеряли. Колчедан сверху, сверху нет, разбили. Ну все, 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 овер печально, конечно. Ну понятно, где у нас весь рейд положен. Ладно, никого никуда не кидаем, не кидаем, просто стреляем. Пусть у нас будут мопеды, которые будут возить. Да не, нам нужен первый хотя бы стандовый. Не нам-то, не надо. Его так порезали, что он так убьется. Ну это будет мерзко, у нас мопеды умрут, в мопедах люди умрут. Но как бы сложно что-то, видимо, это даже. Так а сейчас все нормально, все стаки держали? Нихуя. Не знаю, мне ускорение не дали. Мне колчана не собирали. Ну я тебе ускорение давал. Нет, ты-то давал, а маг нет. Судя по ДПС, стаки проебывались регулярно и пиздец. Ну, только Void, и то должно быть 40 ДПС. Ну, хотя на 6 меньше, может быть, потому что стана не было. Может из-за этого на 6 меньше. У нас потом станы пока долетят. Нет? Ну, это же супер просто. У нас минус один. У нас Исполин ушел. А, нет, это не Исполин. Ой, ну добирай, значит. Может, не будем дебаться, пройдем в обычки и пойдем дальше? Ну, да, это самый лайтовый хрен. Там ноги, там ступни. Лайтовый-то понятно, но мы же не гильдой идем. Да, погнали в обычки, я согласен. Ну, типа, блин, мы тут затянемся надолго, давайте лучше закроем фул, там, типа, хотя бы Везакса, Йога. Притом согласен. Шин, давай, как хочешь, раз. Ну, слушай, мне тоже шея нужна, но я, типа, не хочу здесь сидеть, я такой уставший какой-то. Да, аналогично.